Всем привет, ребята, меня зовут Компот, вы это видите? Смотрите, сколько машин приехало в нашу деревню, наверное, с города кто-то едет. Так, а тем временем, ребята, я сейчас себе разогреваю еду, точнее, жарю себе стейки, потому что мой рабочий день еще не начался, я встал так рано и впервые увидел, как в город приезжают, из города к нам в деревню приезжают вот такие вот грузовики. Я так понимаю, они привезли сюда продукты, какие-то вещи, интересно. Ладно, давайте сейчас пожарю все стейки и отправлюсь на свою работу фермера, потому что работа у меня как раз через 5 минут уже начинается. Так, давайте быстрее жарьтесь эти стейки. Хопа. И давай еще последний. Давай, последний. Я быстренько побежал на работу. Так, еще немножечко. И, ребята, все. Отлично, я забираю свой стейк, забираю оставшийся уголь. И, ребята, давайте зайдем в дом. Сложим пока что это все. На утро я себе стейки, так сказать, сделал. И погнали теперь на работу. Все, ребята, отправляемся. Так, выходим, дверь закрываем. Все. Поехали, так сказать, фермерить. Обожаю фермерить. Итак, начнем, как всегда, с этой грядочки. Моя любимая и самая большая грядка в деревне жителей номер 13. Засаживаем это все. Обязательно вот так плотненько, хорошо засаживаем. Так, теперь, значит, продолжаем картошечкой занимаемся. Так, отлично, ребятки. Все вот это вот быстренько делаем. Кстати, ребята, мне вот стало интересно. Напишите в комментариях, смотрите ли вы все мои видео или какие-то не смотрите, потому что мне это очень важно знать. Мне нужно знать, какие видео вы не смотрите, какие видео вы смотрите, какие видео вы не досматриваете. И из этого я буду, так сказать, составлять график и выпускать видео, которые вам нравятся больше всего. Так, хопа. Давайте засаживаем остальные моркошки. Все, отлично, ребят. Эта грядочка, как всегда, у нас готова. Так, теперь поехали. Странно, ребята, вот смотрите, грузовики вроде стоят, вот люди из города, которые приехали, стоят, и что-то никто ничего не разгружает из жителей. Смотрите, что-то они стоят, разговаривают. Обычно, когда грузовики приезжают, мне рассказывали, их сразу же подбегают жители, там начинают разгружать. Странно, ребят, что-то сегодня не торопится как-то разгружать, я не знаю почему. Странно. Интересно, что нам в этот раз привезли, потому что, еще раз повторюсь, ребята, я никогда не видел, чтобы грузовики что-то привозили к нам, потому что они привозят очень рано, благо сегодня я встал очень рано, и вот, собственно, и узрел это. О, смотрите, у нас уже как быстро все растет, нифига себе. Ладно, ребят, погнали, осталось последние два огорода, и на этом можно, в принципе, заканчивать. И потом можно сходить в магазин, потому что все товары, которые привезли в город, забьют в магазин, и что-нибудь себе, ребята, купить, потому что мне вот очень интересно, что там же все-таки привезли такого супер крутого, не знаю, может быть, какую-то фигню привезли опять там с Алиэкспресса, может быть, что-то еще. Ну, короче, ребят, нужно посмотреть и глянуть, что же там такого интересного привезли. Так, теперь давайте морковь засадим сюда. Так, все, отлично, морковь. Давайте. А последнюю грядку, именно вот эту, мы, наверное, отдадим за место пшеницы картошку, да, потому что пшеницы у нас и так в городе очень много, и тем более не все любят пшеницу. Вот я люблю пшеницу, не знаю, почему жители не любят пшеницу. Вот я ее просто обожаю есть, и мне это очень, ребят, нравится. Так, все, ребята, последние, так сказать, грядочки, и... Та-дам! Все, ребята, готовы, и... Ух ты, смотрите, ребята, а что это такое? Минуточку, это... Ого! Смотрите, нифига себе, это, ребята, сундуки, я так понимаю, чтобы складывать все из машин, но что-то никто не торопится это делать, да, видимо, реально никто это не торопится делать. Ну ладно, окей, ребята, никто не торопится, ну и ладно, в принципе, я думаю, все равно разгрузит. Так, все, ребята, пойдемте домой, не забываем про то, что я пожарил стейки, сейчас я их, конечно же, опробую вместе с хлебушком, может, даже бутер сделаю, хотя в прикуску вкуснее, ну-ка. Ребята, очень вкусно, правда, мясо жестковатое. Так, окей, давайте, ребят, займемся еще. Вы это слышали, ребята? Кто-то мне в дверь постучался. Интересно, кто это может быть? А, все, бегу. Кого же там принесло? Ё-моё, так, давайте откроем дверь и... О, житель, привет, а что ты тут делаешь? Слушай, Компот, где тебя носит? Я тебя просто по всей деревне еще никак найти не могу. Ты что машины не разгружаешь? В смысле, а почему я этим должен заниматься? Я вообще-то фермер, вон, я выполнил свою работу на сегодня, я могу отдыхать и играть в компьютер. Нет, мэр сегодня увидел, как ты встал рано, и поэтому решил тебе дать задачу разгрузить грузовики. Не, ну я, конечно, не против, знаете, тем более, ну, в принципе, я никогда не видел, что привозят грузовики, мне будет довольно-таки интересно посмотреть и разгрузить их. И да,
тебе за это заплатят 20 изумрудов. Чё? Я согласен. Так, ребята, может что-нибудь взять с собой? А, ладно, ничего не буду брать, так разгружу. Так, пофиг. Всё, жители, спасибо большое. Ребята, 20 изумрудов. Мне сейчас дадут. Вы знаете, сколько я получаю за фермерство? Я 5 изумрудов получаю. Ну что ж, ребята, давайте разгружать эти грузовики. У нас тут 1, 2, 3, 4, 5 грузовиков целых. Да, 5. Итак, здравствуйте, сегодня я буду там разгружать ваш грузовик. Итак, давайте, ребят, посмотрим, что привез первый черный грузовик. И офигеть, ребята, 22 изумруда, 19 алмазов и 14 звезд ада. Ребята, вот знаете что, была бы моя воля, я бы забрал это в себе, но, к сожалению, себе это ничего забирать нельзя, потому что это не мое, это все, собственно, с деревни. Все, я разгрузил вашу машину, вы можете спокойно уезжать. Все, ребята, давайте разгружать следующую машину. Так, здравствуйте, сегодня я буду разгружать ваш автомобиль. Так, посмотрим, что... Ох ты, ё-моё. Оружие завезли к нам в деревню. А, я слышал, ребят, что у нас скоро откроют какой-то там оружейный магазин. Вот это вот интересно. Так, а давайте пока что протестим, пока никто не видит, что это все делает. Так, окей, что это за фигня? Это я так по... Ой, кажется, ребят, я понял, что это такое. Ой, нет, сейчас, кажется, будет действительно большой бах и бах. Да, ребята. Так, это... Вау. Это золотые револьверы, прикольно. Это что? Это бластер. Ну-ка, давайте в кого-нибудь стрельнем, не знаю, там, вон в ту толпу. Хопа, и бам! Ой, ё-моё, не хотел. Так, это что? Это, я так понимаю, какая-то еще пушка. Блин, ребята, я такого никогда не видел. Граната, ой. Так, тихо, аккуратно. Так, это что у нас? Это у нас, я так понимаю, вау, какая-то странная пушка. Это звуковая пушка или как? Что это вообще такое, ребята? Так, окей, а это что такое? Ну-ка, давайте стрельнем. Ой, кажется, я зря это сделал, да? Тихо. Фух, ребят, я уж напугался, думал, что рванет. Так, это пулемет обычный, а это что? Как... Ой, ё-моё, тихо, не хотел, извиняюсь. Прикольно, ребята, нам в деревню, конечно, всего привезли. Надо это тоже все сейчас скинуть назад в сундуки. Так, хопа, давайте все скидываем. Все, отлично. А, все, я разгрузил вашу машину, можете уезжать. Так, здравствуйте, сегодня я буду разгружать ваш автомобиль. Посмотрим, что вы-то нам привезли. Ого, вы нам привезли, я смотрю, брони очень много крутой. Давайте затестим вашу броню. Так, ребята, давайте оденем. Вау, слушайте, это все для магазина оружия, который у нас скоро открывается. Слушайте, прикольно, смотрите-ка, ребята, я прям просто защищен на 100%. Так, давайте это все снимем. Ну, алмазную броню я знаю. Блин, давно я не сидел в алмазной броне. Помню, последний раз креативнее был. Так, хопа, давайте возьмем еще вот эту вот броню и тоже ее протестируем. Вау, ребята, а в ней-то я похож на какого-то робота самого настоящего. Блин, уже скоро закат, нужно, ребята, побыстрее справиться с этой работой и получить свои 20 изумрудов. Так, давайте все это сложим на место. Хоп. И все, ребят, готово. Так, сколько у нас там уже автомобилей осталось? Смотрите, мы разгрузили первый, второй, третий. Да, мы три автомобиля разгрузили. И ух ты, смотрите, они уже уехали. Быстренько они. У нас осталось 2 автомобиля. Здравствуйте, сегодня я буду разгружать ваш автомобиль. Это белый у нас уже грузовик. И опа, нифига себе. А динамит-то нам в деревню зачем? Прикольно, слушайте, ребята, какой-то динамит есть. Я его очень хочу опробовать, но я боюсь, что сейчас все просто разнесется тут и ничего не будет. Ну-ка, давайте вон в ту гору кинем этот динамит X100, что будет, ребята? Офигеть. А это что за кубик динамит? Блин, пожалуйста, хоть бы... А, все, я понял. Он просто ломает кубик. Вот так вот, ломает просто кубиком. А, понятно, ребята. Так, ну эти динамиты, к сожалению, не могу поджечь, потому что у меня, к сожалению, ребята, Ой, ребята, кажется, это плохо сейчас закончится. У меня, к сожалению, нет красного факела, хотя к чему это я? У меня же есть красный редстоун-блок, и давайте посмотрим, что же будет на нашем поле боя. Так, хопа, и первый у нас это песок ТНТ. Ой, ё-моё! Хоть бы деревню не задело. Извините, ребята. Так, ладно, давайте посмотрим, что это за динамит у нас такой интересный. Так, там какой-то домик нарисованный. Сейчас посмотрим, что он делает. Оп, да ладно, ребята. Это дом? Это самый настоящий дом? Нифига себе. Прикольно, слушай, да в таком жить можно. Прикольный динамит. Так, а это что за ТНТ? Так, посмотрим, давайте-ка так. Хопа, поджигаем. Хоть бы не задело деревню. Я прошу, просто ради бога, не заденьте... Офигеть. Прикольно, конечно, и мой домик уничтожился. Так, ладно, давайте все-таки вернем все назад в сундуки. Деревню котом, конечно, придется самому почистить. Котом мне сказал, что... Ладно, давайте все это засыпем назад. Так, хопа, отлично. И продолжаем разгружать дальше. Все, можете ехать. Здравствуйте, сегодня я разгружу ваш автомобиль. Вы, кстати, у меня последний. Офигеть.
Ребята, вы, наверное, не поняли, что это, но я знаю, что это такое. Гляньте, просто гляньте на это. Офигеть. Это настоящий, черт возьми, истребитель. А я могу на нем... Да ладно, я могу на нем взлететь? Так, тихо. Офигеть, ребята. Так, не-не-не-не-не-не, давайте-ка слезем с него. Ну его нафиг, так, пошел вон. Что у нас тут еще есть? Офигеть, танк. Огромный танк. А я могу из него стрелять? Вау. Смотрите, я могу стрелять, реально. Офигеть. Я же так все раздавлю на этом танке. Ё-моё, так, тихо, давайте-ка остановимся и сломаем этот танк, не будем его трогать. Так, это что, это... Это у нас какая-то такая тачка, знаете, бронированная. Так, стрелять из нее могу. Из нее тоже стрелять могу. Посмотрите, она все давит. Просто все. Офигеть, ребята. Вот это я в шоке, конечно. Так, это что у нас? Это у нас... Ух ты, а вот черный танк очень красивый, ребята. Так, он может стрелять? Смотрите-ка, реально может стрелять и может двигаться. Нифига себе. Так, истребитель этот я смотрел, нет. Но он, в принципе, такой же, как и первый. А, неинтересно, ребята. Так, а это что? Вот это вот уже поинтереснее. Что это такое? Вау! Это какой-то явно огромный самолет. Но летать я на нем боюсь, ребята. Не очень хочется врезаться куда-то. Я и так тут все он подорвал. Так, ладно, окей, ребят, давайте все это вернем в сундуки. И, по сути, мы разгрузили все машины. И получим за это 20 долларов. Ой, точнее, никаких долларов, ребята. Все уже на доллары, как в реальной жизни перевожу. На, так сказать, изумруды. 20 изумрудов. Все, я разгрузил ваш автомобиль, вы можете тоже ехать. Фух, ребята, конечно, интересно. Вот машина, житель, так, иди отсюда. Ты что тут до сих пор стоишь? Я, кстати, все разгрузил, житель. Все, давай, иди, неси мои изумруды. Ребята, фух, слава богу, я все разгрузил. Знаете, это даже было веселее, вот, знаете, чем работать с фермером. Это реально было прикольней. Ставьте вот просто лайк, если это было реально интересно. Ладно, ребят, спасибо большое за просмотр.